Сегодня представили программу «Мастер спорта», инициированную главой региона Вячеславом Федорищевым. Она рассчитана на 5 лет. Самара за это время получит областную поддержку, направленную как на спорт высших достижений, так и на развитие физкультурно-массового направления. Планируется ежегодное выделение субсидий на строительство новых объектов спорта, ремонт и модернизацию существующей инфраструктуры, приобретение инвентаря, командировки спортсменов. Предложили новые решения по поддержке тренерского корпуса и вообще усиление наших школ в муниципальных образованиях, всего в больших городах. И, конечно же, в первую очередь занялись развитием нашей инфраструктуры, как реконструкцией и ремонтом объектов, которые этого требуют, так и созданием новых. Этот документ, мы его утвердим, он живой, и мы по мере того, как у нас будут появляться дополнительные возможности, дополнительные силы, будем обязательно его дополнять. В рамках программы Самара уже в этом году получит субсидии почти на 19,5 миллионов рублей на приобретение спортинвентаря и командировки спортсменов. Также планируются областные единовременные выплаты спортсменам, получившим спортивные разряды. В ближайшие 5 лет по области планируют создать 500 объектов спорта, среди которых легкоатлетический манеж, центр водных видов спорта, открытые площадки, фоки, модульные сооружения.